Что такое дружба? Дружба – это когда друг тебя не бросает и никогда не обижает. Дружба – это когда двое человек дружат друг с другом, дают руку помощи и не бросят другого в беде. Дружба – это когда с тобой друзья делятся предметом. Это когда вместе можно гулять. Дружба – это когда человеки дружат и когда протягивают руку помощи. Когда люди дружат, они дружат и играют. А когда, если они ссорятся, они сразу могут помириться, если еще можно. Почему тебе нравятся твои друзья? Потому что с ними можно придумать что-нибудь интересное. У меня Антон, друг в нашем садике. Мы всегда входим в гости, друг к другу гуляем, делимся. Потому что они любознательные, очень, очень хотят с кем-то поиграть. И они очень хотят с кем-то именно поиграть. Потому что они самые лучшие, и я их знаю. Потому что я с ними подружился, но мы с ними не просто так подружились. Вместе играем, рисуем, бегаем. Потому что они хорошие, добрые, помогут в трудной минуте. То, что они меня любят. Твой лучший друг, какой он? Это уже вопрос. То, что он мирный. Он всегда мирный. Мы всегда, когда поссорились, миримся. И Антон, он входит в наш садик, мы с ним рядом живем. Когда он никогда тебя не отпускает кому-нибудь другому и всегда тебе придумывают какие-нибудь занятия. Потому что она очень умная, хорошая и в школу уже ходит. Красивая, ласковая. Зачем вообще нужны друзья? Друзья нужны, чтобы никогда тебя не обижали. Чтобы ты не скучал и никогда не обижался. Потому что у людей будет ничего-то не получаться, и люди не смогут это сделать. Чтобы играть. Чтобы легче делать работу. Если не с кем будет дружить, он будет просто хмурый и на всех обижаться будет. Чтобы тебе не было скучно и чтобы тебе не скучать одним дома. Если родители тебя оставили одним дома, сторожить. И тебе скучно играть дома одному, без друзей.